Даниэль Субашич, Монако, Франция, Италия, 17-й Марио Манджукич. Питана назначает штрафной, смотрим. Подача Гризмана, опасно, гол! Стандарта в этом матче! Это делает Перешич, удар, гол! Питана назначает пенальти в ворота сборной Хорватии. Подбах, он как не сориентировался. Отскок, Лука Модрич слева. С резкими очень удар. Атаками. 4-1, сборная Франции. Во-первых, она... О! О!